еще один древний. Смотрите, он большой, сейчас к нему подойдем. По большому постаменту, короче, который мы хотели подойти, читаем. Купец Стефан Васильевич Казмих, 1826 год, 10 октября 1896. Вот, вот это выживает на века. Вот, под Великой Елью. Вот такое. Ну да, сложно читать. Я не смогу. Давайте, чтобы у нас запечатлилось это все. Прикоснемся, ребята, к древности, к нашим предкам. И сами подумайте, в 1800 году как можно было вот это все. Вот смотрите, все это четко блестит, как сделано. Посмотрите, какие мастера были, как все зашлифовано, армировано. Просто, просто диву даешься. И как такое многотонное можно было, сколько лошадей надо было, людей, чтобы сюда это все установить. Мелкие более, как мы видели с вами, постаменты. Вот тоже. До сих пор память о нем осталась. Хоть он и где. Мир праху твоему, 70 лет. 1903 год. Рядом с этим. Все еще мы с четвертой стороны этот не рассматривали. Заметим, что тут написано. Енисейская, вторая гильдия. Купеческая жена Анна Сергеевна Казминых родилась в 1835, умерла 22-го 1896, и стоит метка. Вот видите, более мелкие люди, вот такой невысокий, всего ниже даже пояса, но стоит вспомнить человека. Внимание привлек вот этот, сейчас подают к нему древнее дерево вековое. А вот посмотрите, один, второй, третий. Сейчас подойдем, кедр стоит, подойдем, посмотрим. Видим тут какие-то вот постаменты. Вот, ну, на первом памятнике, наверное, не прочитать, будет забито. Мы с вами попробуем вот такие. Анна, какой год умерла? Ну, тяжеловато. Таблички нету, да? Смотрите, какой кувшин красивый. Вот. Сбоку ничего. А вот тоже невнятно. Под ними лежит. Можно уважением относиться к нашим предкам. Все четко прочитать, когда был, когда жил директор Енисейского краеведческого музея. Ну вот, вот эта плита. И рядом стоит вот такой, вот такой второй. Так, читаем. Кандидат естественный колледж Ассет Александр Игнатьевич Катыманов, основатель и распорядитель. Как блестит, ребята, прикоснуться к святому. Родился тысяча, ну понятно. Вот, и у нас еще один остался. Тут тоже доска, не будем трогать, только замытая. То есть все они в одном месте. Это штука, наверное, была где-то там. И посмотрим. Фотографий нету. Древние все. Коммерсанцы, коммерции, Софенкин, кавалерий Игнатьев Петрович Катманов. 20-го умер 1895-го. Господи, да будет воля твоя. Ну вот так это все выглядит. Там еще стоят там древние-древние.
Вот. Историю надо уважать. Ну вот, еще один. Давайте прочитаем, кто это. На 7 мест тело Енисейск 2 Гилия Икона Петровича, скончавшего 1895 год. Вот. И на фоне кедра. Вот это кедр. Вот видим тоже памятник древний. Крест. Конечно, не сильно выделяется, но посмотрите, как четко сделано. Сколько бы времени прошло, а до сих пор блеск. Ну, прочитать сложновато. Может, на большом мониторе вам будет лучше видно. Вот. И до сих пор тут блеск. Блеск находится. Сравнить с нынешними памятниками не сравнишь. И на фон опять же берем два огромных красивых кедра. Чем-то использовались камни, непонятно зачем только. Кто делает время, видите? Тут дальше настрой должен быть, пока нету. Тоже вот видим, как такой вот. Сейчас попробуем к нему пройти. Давайте почитаем, братья и сестры. На этом месте стояла одна из святынь земли Енисейская Крестово-Движенская Кладбищенская церковь. Размер камня просто неподъемный. Кантовать еще может быть как-то рычагом можно, но еще один низковатый постамент верхний на груди, как. Ну да, таблички видим нету, почитать нечего, поэтому лучше высекать на самом. Горелая береза просто зловеще смотрится. А посмотрите, какая великая. Ну тоже без названия. Вот такой небольшой. Ну, можно нажать пробел, остановится видео и почитать. Ну как он блестит, посмотрите. Гранит уже сколько времен. А до сих пор просто так хочется подойти и прикоснуться. Видите, все гладко, четко, пыль не съедает. Ну, наши предки делали. Тоже тумба видно тяжелая, но вверх как, наверное, продолжение было. Вот, видите, невысокие. У купцов были, у богатых людей здоровые памятники, вот такие здоровые. Более 88-й, да? Видим. Видите, как бы еще она постамент остался. Как бы еще, вот, наверное. Ну и тут тоже такая же. Заметим, как бы не были составные, но они со временем просто распадаются. Видите, хоть и подконусно сделано, все равно распалось. Ну вот они распадаются на такие вот, видите, отдельная штука, где она лежала, где прах. Пробел можно нажать и подразбираться. Кладбище старого Енисейска. Вот, можно здесь покоиться тело крестьяна Турха Ханского Петровича. Видите, какой памятник. Вот. Кладбище. Кедрами, елями, древние. Сейчас вот к этому подойдем. Вот что время делает. Четвертое измерение с памятниками. Вот, под большой красивый кедр подвалили вот такую чушку, где уже мхом покрылись. Но это наших уже времен, понятно. Вот такой формы, ну это деревянный, очевидно, или металлический. Ну тоже, ну вот, можете почитать. Богоявленский собор, что-то крест уж больно высоко запрыгнул, да? Это сколько? А, вон как сделано. Приблизим его, посмотрим. Красиво, красиво. Что-то какое-то здание было разрушено. Самый центр Енисейска, видите, убрали. Видно, что вид был. Они все вот эти сооружения строились панорамно, чтобы был вид из и от Енисея, и отовсюду. Представьте, сколько здесь будет зеленой травы, когда все природа напьется. Да, гуляя по городу, чувствуется основание. Вот видим, как все вертушка сделана, да?
пройдем, посмотрим. Посмотрите, сколько полностью постамент. Так, так. И все. Вот это люди. То есть и с той стороны, и там. То есть и только сказать. Так. Куда зашел? Получается, тут куда не пойдешь, там везде будет церковь. И деньги строились на вот на пожертвования основном. Ну вот такой он древний город. Трим, видим церковь, да, вон там за тополями. И тут опять какая-то. Ну та церковь в мужской монастырь, понятно. Не все находится в той стороне. А тут вот видим, с этого момента, если за нами, вот полностью за картинкой, купола, все, посмотри, как красиво. Еще церковь. Троицкий собор, на следующий год откроется.